Так, ну что, долетели мы хорошо, быстро долетели, летели в бизнесе. Много не квасили, нет, чуть-чуть. Я там 18. Вкусного 10-летнего, как его называют, портвейна, прикольного, хорошего попили. Прилетели хорошо, здесь жарко, душно. Сейчас мы ждем паксиков, какие-то там он приходит уже, не знаю кто. А, русские, да, пришли, русские, вот тоже здесь с нами летят. Ну это хорошо, нам набрать, чтобы было 15 человек отбралось, чтобы мы улетели вместе с этими, со всеми. Ждем 15 человек. Через 2 часа вылет, может быть, пораньше, если доберется. Мама, как всегда, в телефоне. София, как всегда, ест. А я просто сижу и жду, да? И снимаешь. В общем, мы находимся в VIP-лаунж нашего отеля, ждем вылета. И вылет через примерно 2 часа. Ждем других паксиков для вылета. Ожидание, ожидание. Ожидание других паксиков. Все ждут. И сходит с ума. Ну вот, кабина пилотов. Кэптен. Вот кэптен пришел. Кэптен, отлично. First officer. First officer, да, first officer. София, не бойся. Мамочка тоже не бойся. Да, тут просто. Все, пристегиваемся. И мы сейчас погоним. Что ж, дорогие друзья, ведем прямую трансляцию нашего прекрасного вылета. Боятся все.
Дождь. Вот она! Ура! Да, да, так, туда не выходим. Туда пока не выходим. Посмотрим что-нибудь здесь. Да, это бунагало. Бунгало? Здрасте. Как долетело? Классно. Да, и? Ха-ха-ха-ха! Уху! Юху! Да. Какая-то тут тишина. И никого нет. Ой, мальчик голопопом бегает. Чё бегает голопопом? Зачем? Ну, непонятно. Да, это крутяк. А я снимаю. Софи, оставь там посерединку, пожалуйста. Аля, я снимаю. Так, это видюшечка для семьи. В реальности все так и есть, как и на картинках, на фотографиях. Пойду потрогаю водичку. Тут просто, просто бомба. Нет, я иду к морю. О, ну да, здесь у нас подветренная сторона. Сказали нам, в другую сторону там уже занято все. Софи уже сходил в водичку. Что я зайду? Мне даже бассейн не нужен. Ну? Чума! Крутяк! Да? И вон там. Вон там мы живем. Все, начинаем отдыхать. Не-не-не, вон там уже. Вон там Валиночек сидит. А мне завтра английским заниматься. Как вы думаете, вот смотря на это. На это. И это все прекрасие. Хочется мне заниматься английским? Конечно, да.